Спасибо. Ну вот сейчас будет песня «Соль», которая, как вы знаете, однажды побежала за корабликом в лес и встретила там сказочника, который вдруг вдохновился видом этого кораблика с алыми парусами игрушечного и наплел ей историю о том, что к ней приедет человек, ее будущий муж, и заберет ее на этом корабле с алыми парусами. Он просто фантазировал. И ничего, конечно, он не провидел и не обещал, и не был волшебником. И совершенно случайность, что нашелся Грей, который в итоге всю эту мечту привел как бы в жизнь. Вот. И у Грина, насколько я помню, а Соль как-то, она все время верила, вот как ей сказали, то она так вот и была уверена, что он приедет. Но поскольку, когда начинаешь соавторствовать и, ну, как бы... совместно с Грином там что-то еще сочинять, то у меня возникло желание немножко все-таки переделать. Мне кажется, что если она росла, то у нее должно было немножко меняться это отношение и даже пошатнуться. Поэтому мне кажется, что было не все так просто на самом деле. Поэтому вот эта песня о Соле.
посвящается югу. То есть она придумана в Лиманчике, додумана в Фарусе, поэтому она вообще всем южным местам адресована. Я тебя искала, ты молчал, не отвечал.
подписчиков. Вот хотел порекламировать нашей группе ВКонтакте. Есть рубрика про самые такие крылатые фразы из тех участников даже концертов. Собираем, если кому-то не лень. Вот если какая-то фраза начинает крутиться, да, вот недавно у меня начала крутиться фраза из песни Окса «Бывает всякое в пути». Но действительно, когда можно в любое время сказать «Бывает всякое в пути». Конечно. Житейская мудрость. Не знаю, ну да. Ну, ты, надеюсь, не призываешь меня ее сыграть? Ну, как хочешь, вот, я начну трубку. Ну, как хочешь. Хочешь, что-то другое скажешь. Сегодня твой день. Так, сейчас. Ну, и всех поющих барышень чудесных. Там Юлия Тузова готовится, так что... Сейчас основная песня. Давайте тогда я спою «Сан-Габриэля». Это песня на стихотворение Лорки. Вот. Это такое, ну. Федерико Гарсия наш, да? Федерико Гарсия наш. То есть там тема Благовещения, она в таком цыганском почему-то подана виде. Но для меня это просто тема Благовещения. Вот.